На территории Свердловской области, в том числе в городе Асбесте, поселках Малышево и Рефтинский, органами правопорядка проводилась операция «Должник» по взысканию задолженности с граждан, не оплативших штрафы за совершение административных правонарушений. Комплексное мероприятие по взысканию задолженности проводится сотрудниками правоохранительных органов с 23 мая. За неуплату штрафа гражданам могут быть применены санкции. По решению суда в виде наложения штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток. В связи с этим сотрудникам полиции дано право осуществлять доставление и задержание граждан, не оплативших штрафы в установленные сроки, до рассмотрения материалов мировым судом. Во избежание применения мер принуждения сотрудники правоохранительных органов настоятельно рекомендуют гражданам, имеющим на руках копии протоколов о привлечении к административной ответственности, а также не оплатившим штраф, обратиться в срочном порядке в кабинет номер 10 по адресу город Асбест, улица Некрасова, 29, или звоните по телефону 2 12 77.